Подозреваемого в деле конфликта на улице Бочарова отпустили под домашний арест. В изоляции Аванес Киракасян проведет один месяц. Такое решение принял Коминтерновский районный суд. Речь идет об инциденте, который произошел 17 марта возле офиса охраны фирмы. Несколько людей в черном повалили сотрудника экспресс-доставки, ветерана антитеррористической операции Евгения Кучинского на землю и нанесли несколько ударов по лицу и телу. Причина якобы неправильная парковка. В результате мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга, сломанным носом и многочисленными следами побоев. Главным подозреваемым в этом деле оказался брат руководителя охраны компании. При этом сам директор фирмы уверяет, что его сотрудники не имели отношения к конфликту, они только разнимали драку.